Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш на аккаунте моего подписчика. Петр дал нам его на прокачку своего рода. В общем, у нас сегодня будет полная жесть. Я так немножко посмотрел на аккаунт. Аккаунт донатный, есть Минотавр. Все герои не собраны. На английском сервере я собрал практически всех героев. Тут доната больше и всех героев нет. Вот так вот. А малыша Ника нет, ничего себе. Да не верится в это. Трифит, малыш Ник, Космо. Некроса нет. Интересно, интересно. Ну-ка посмотрим. Видимо, слишком новый аккаунт, да. Молодой аккаунт. В общем, поехали посмотрим на героев и будем начинать трешивать. Странная Фрея с утеканием в девятом. Ладно, Минотавр топовый. Да, скорее всего, новый аккаунт, потому что нету скинов. Махатма. Пен хорош. Тыква. Просто жесть. Стрелок старенький, старенький. Как вариант, да. Нормально. Утекание седьмое. Жестко. Ремка. Анубис никуда вообще не годится. Командора. Рон. Нормально. Нормально. Такое себе. Римка. Атлантики нормально. БВшка. В общем, думаю, вы все поняли. Нам тут качать, качать и качать. Шапка БВшка. Да, молодой донатный аккаунт. В общем, вот так вот. Молодняк. Так, ну нам надо исцеление, это уже точно. Так, Тесса. Сейчас седну. Понятно. В общем, все понятно. Молодой аккаунт, поехали. Смотрим, что в алтаре есть скины. Что по ресурсам. Да, по ресурсам не ихти. Так, ну что, 100 коробок. Пакт. Су. Ну, это все такое, мы эти таланты оставим на потом. И сразу же у нас падает Бастион. И Бастион у нас уйдет на... сюда. Утекание тут, ну, я не вижу смысла в нем никакого. С Бастом будет намного лучше. Так, просвет. Просвет мы поставим. Кого он будет тут такого использовать? Ну, сюда, может, и таланты нужны будут. Просвет можно поставить на гарнизонные герои, в которых надо будет качать. Так, 5, 5, 5, 4. Хотя он тут книги не получит. Так, тут у нас железка. Так, поехали дальше. Замедление. Ну, замедление как вариант для героев на архе. Конечно, у него тут плохо, что очень много героев повторяется. А, блин, вот это лоханулся. Замедление поставил на героя, которого ну, встроены. Ладно. По-любому у нас выпадет еще замедляха. Так, оживо. Так, оживо, оживо, оживо. На лазуле жалко. Вот нету скинов и реально все очень печально у нас. Когда нету скинов. Так, с череп, хрон. Командора. Так, где Триант? Триант со живой уже есть. Хорошо. Так, что по ведьмам? Что? Нету ведьмы второго? Второй Ава? Видите, приходится туда-обратно скакать. Да, нету.
Ищем, значит, ару как вариант. Так, седна раз, седна два, седна три. У него есть основная седна. Можно пока временно сюда. Так, еще одно замедление. Ну, на всякий случай сейчас найдем друида. Где-то у нас даже не друида. Этот один. Монархи, походу, вообще героя не собирают. Ну, хотя, в принципе, для доната. Я думаю, архия. Ну, в любом случае, архия актуален всегда будет. Так, стрелок. Стойкость. Нафига стойкость, если каменка есть? Пока поставим так, если будут у нас более интересные варианты, поменяем. А, такс, хорошо, поехали дальше. Друида вижу. Душек. Вот было бы неплохо, если был бы, знаете, какой-то активирован. Можно было бы искать побыстрее, потому что все алтари разбросаны и... и получается тратишь очень много времени на поиск героя. Допустим, у себя я знаю своих героев. Так, не понял, где душек? То ли я уже втыкаю, то ли реально душек я не вижу. Так, душек с пятым, значит, ставим на черепа. Ну, на будущее, мало ли, пусть пока будет. Так, ожог на рунине уже есть, можно кого-то допослить, кого там не особо прокачка. Так, купидон ремочный у нас, паладины пошли, шапка, суккуб. Правда, я не знаю, зачем столько героев в алтаре. Каменка тоже, куда же. А, просвет. Просвет можно на шапку кинуть. Тут бог войны там вообще не актуален. А, так, это можно духу ставить. Для силы. Ложный то же самое. Бесполезный. Чисто ради силы. Так, гарпия. Вот я просто не вижу, видите, чем плохо. Герои немножко повторяются и... очень проблемно. Так, еще одна жива. На Фрэнке поставим как вариант. СУ сюда можно. Опять ожог. Нафига столько героев? Вот у меня единственный вопрос. Для чего? Так, может тут у него есть топовый талант на тыкву? И нету. К сожалению, нету. Так, огненка. Ну, это уже более интересно, скажем так. Но без скинов, вот как видите, нету скинов и печаль. Для новых аккаунтов приходится ждать скины. Это реально очень печально все. А, так, огненка. Водушка и каменка. Ну, каменка ни о чем. Блин, я бы эту каменку слил. Если посмотрю, что у него с кулаков. О, у него кулаков хватает. Однозначно. Однозначно огненка будет лучше, чем каменка здесь смотреться. И воодушка, ну я не знаю, какой смысл воодушевления на ворожее. Я более чем уверен, у него с его донатом должны быть восьмые эмблемы. Вот есть воодушевление. Нафига на ворожее? Лучше оживу ему сделать. Такс, бог войны. Ну, БВшка это то же самое. Он на сегодня
реально только, ну, если вы без донат, он будет актуальным, бог войны будет актуальным. Если вы донат, смысла в этом я не вижу. Так, еще одна угненка. Отлично. Так, нам на Асуру надо талантик. Так, тут огненка есть. Тут огненка есть. Анубис. Так, подождите. А, я вас поставил. Да, Анубис. А, вот это вот можно убрать. С огненкой хороший получается. Потом будет качать дальше. Так, поехали. Следующий. Ожива. Ожива идет на ворожея вторым. Бесполезно вот это все, беспонтово вообще. С оживой по локациях прокачает, будет намного лучше. Так, ярость не надо, стойкость аналогично. Если у вас вы без донат, можете ставить кому-то, поставили бы. Дефные варианты, отлично, ремочка. Наконец-то ремка у нас выпала. Так, ищем дерево. Атлант есть. Купидон есть. Она и сеть не подойдет, конечно же. Как вариант. Ну тут уже такое более прокачанное. Так, атлант есть. Ищем дерево. Видите, опять же, скина нет. И печально все. Так, дерево есть. Дальше. Замедление ставим на учителя вместо СУ. Замедление получше будет. Так, отлично, еще одна огненка. Сейчас мы огненный аккаунт соберем. Так, бог войны там однозначно, туда даже стойкость можно было бы запихнуть. Да, было бы получше. Так, хрон у нас с чем? Каменка нафиг. Так, ожива следующая. Баст огненка. Блин, на тыкву однозначно надо что-то интересное. Не знаю, конечно, зачем столько героев. Наверное, он потом их посливает. Так. Можно просто ради силы на допов цеплять. А и стойкость можно было бы Асуре поставить. Ну, разброс смысла никому нету. А ТУшку поставим мы на химку пока временно. Замедление встроенное. Так, это можно пока на Сурика поставить вместо бога войны. Каменка сюда, ракушка бесполезная. Так, еще одна жива. Вот нету скинов, и очень печально все. Живу во многих ситуациях реально спасают. Так, само уничтожение. Наконец-то мы вытащили баст, отлично. Баст у нас пойдет на Анубиса. Вот такая вот сборка. Грубая сила рунами лучше всего. Будет лучше всего. Будет он универсальным. Так, утекание Махатма с утеканием есть. Череп с утеканием есть. Другие варианты с утеканием как бы... Ну, смысла особого не вижу пока. ТУшка не надо. Так, замедляха. Воодушка. Ну, хоть воодушевление вытащили, поставим пока на тыковку. Стоберса.
Нам нужно исцеление. Исцеление лучше всего. Так, бог войны нафиг. Еще одно воодушевление. Так, ну кому можно воодушку поставить? Можно сюда, в принципе, вместо бастиона поставить. Собьем баст. Там и ремощной хватит. И сразу же баст приходит. На командору поставим бастион. Орка. Вот так, бесполезная вещь уже на сегодня. Каменка тоже не нужна. Поехали дальше. Стойкость. Не особо. Смертельный удар то же самое. Просвет. Кого он там будет качать? Зона. Свет уже стоит. Можно на медузку поставить пока временно. Все равно. К ней пока мы таланта не нашли. У него есть еще СО, но мы их пока оставляем. Потом можно будет тоже их использовать. Так. Паладины для книг можно. Бастион. Можно вот сюда поставить. Бег не нужен. Ярость тоже нет. Опять бег. Ну сколько можно? Тоже нет. Каменка. Избегаем ее однозначно. Берса. Не то. Бастион. Блин, дайте исцеление для тыква. Так, на Дракулу баст. Ронин. Командора. Хрон. Череп. На Бугича уже есть. Стрелок для Архия. Эту скиновью. У тебя сразу же ограниченный выбор становится. Так, сделаем ведьму. Можно было бы и на Франки поставить. И не в Корка. Персик не то. Ай, солью. Поспешил я ему просвет ставить. Ну, блин, видите, вот когда есть скин, отлично, ремочка еще одна. Тогда все гуд. Сколько тыков. У нас тут есть еще уйма этих. Так, Валька однозначно. Я буду ржать, если там еще не нормально все. Еще ж куча героев у нас без пятерок. Так, бастион. Так, будет лучше. Сюда поставим Берс. Орка. СУ. Так, выживание. Ну, выживание это такое, знаете, это чисто. Его чисто так сделаем. Его лучше всего ставить чарами. Точнее, этим. Чарами говорю. Эмблемкой. Так, еще один бастион. Блин, тут героев, конечно. Так, Одер. На Удера ракушка для силы. И отлично, еще одна ремочка. Леди Лео. Бог войны. У нас укуба кинем. Так, утекание на побашку для силы. Орка для силы. Баст. Еще один баст. На деда ТУшка. На черепа. Так, что у нас тут 5-5. Только сюда. Ну, вариантов просто, ребят. Можно разные, конечно, можно многим героям, но при том, что мы имеем, просто чисто ради силы пятерки выкидываем, потому что дальше смысла надо скины. Так, стойкость на хрона.
О, СО. СО. Можно сюда поставить. Пусть будет одна такая каменка для силы. Так, корка. Вроде как бы и вроде и все. Подошли к концу. Вот я думаю, на таком варианте 7 коробок остановим. Будут у него какие-то скины. Можно будет дальше что-то трешивать. Но других вариантов я пока, честно скажу, не вижу. Так, дальше у нас следующий трешечок. Это чары. Снаряга. Так, сколько у нас тут героев со снаряжением? Ну, скажем так, не особо много. Так, Лазуля, понятно. Командора Бугич надо менять. Стрелок, Анубис, Рунодер, Минотавр, Тыква. Поехали. Хранитель. Вот кому хранитель леса ставить? Поставим сюда для вариа как вариант. Нету много героев, и честно скажу, это получается беспортовая тема. Чем больше героев, тем лучше. Так, ну это можно сюда поставить пока временно для увеличения атаки. Пиромах. Пиромаха мы ставим на тыковку. Для архидемона. Так, это тоже ставится на героя, на архи. Он тут для архи есть стрелок. Поставим пока для стрелка, пусть будет. Именно. Так, вот такое вот недомогание, это, конечно, круто. Правда, у него тут много танков особо нет. Мы поставим это на Фрейю. В дальнейшем это для нее будет реально топчик. Если у него будет огник, вообще будет огонь. На PvP локации. Так, ну это. Даже кому его ставить? У него героев под архи нет. Не вижу смысла. Сделает больше эволюций, тогда потрешуем. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.